всем! С вами Pocket Go. И сегодня мы будем биться на гимнах. Не спрашивайте, почему сегодня я так выгляжу. Попросил ученицу для номера взять 2 игрушечных пистолета. Она купила 2 огнестрельных. Америка. И вот я подошел, ребята, к вышечке, и она, как всегда, желтого цвета. Это как раз тот случай, когда круто тестить покемонов, которые, между прочим, эволюционировал в прошлой серии. Если ты еще не посмотрел, можешь перейти и посмотреть. Так, у нас тут стоит Магмар на 1100, кстати, его давно вообще чуть не видел. У кого есть Магмар, пишите в комментариях. Лапрас на 1154, Флорио на 1600, это уже посерьезнее вышка 3 уровня. И давайте мы здесь протестим нашего первого покемона. Буду от слабых брать, от слабых чисел. Давайте Визинга мы сейчас попробуем, каков он в скорости, что он нам покажет. Поехали. Магмар, Визинг. Не знаю, кто там, а чей контр. И сразу мы нарываемся, натыкаемся на люлей и доджим, как-то дужим. Я думаю, очень тяжело не попасть в этого трехяйцового чувака. И попали мы, ребятки, попали. Чуть-чуть. It's okay. Отличненько, отличненько. Нас кушает Магмар. Немного нас отвлекают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, давайте кидаем еще суператаку. Ребята, нет, это не то. Визинг, это не то. Очень медленный оказался покемон. Сейчас прошли люди, и они, по-моему, идут еще раз сюда. Может, с нами сейчас будут общаться. И давайте мы попробуем еще одного другого. Так, кого мы сюда можем поставить? Поставим мы сюда, ребятки. Прошли, ребятки, прошли наши ребята. Вон, сними. А в спину их снимаем. И давайте попробуем. Я знаю, на кого я буду сейчас. Надежда, я ни разу Тангела не дрался, ребята. Ни разу. У кого есть этот покемон, напишите. Братишки, на улице... На улице жесткий такой, знаете, противный дождь такой, когда мелкий такой, прям мелкий-мелкий. Его так очень много-много прям. У меня аж намок телефон, пальцы скользили. И сел телефон. Меня бесит вот на старых уже айфонах. Ну как старый, которому уже 2 года. Когда ты играешь... Или что-то загружаешь, у тебя вроде пишет 25%, потом фигак 1%. У кого iPhone и такая же херня, напишите в комментариях. В общем, пришлось подъехать сейчас прямо вот к вышке, где можно играть с машиной, для того, чтобы не сел телефон, а серию я точно должен записать, потому что я вам обещал снимать ролики каждый день. И тут покестопчик, давайте мы его сейчас заберем, отлично забрали, и заходим на эту вышечку. Так, у нас здесь 9 левела вышка, Гипта на 1235, Вапарио на 1657, Драгонайт на 1895, Экзекутор на 1900, Экзекутор на 2026, Снорлакс на 2029, Снорлакс на 2242 и Арканайн на 247 и Вапорио на 2345. Так, что мы сейчас будем делать? Я хочу затестить Тангелку, ребята. Я ни разу ей не играл. У кого этот покемон есть, напишите в комментариях. Сейчас пройдемся покемонами, которые я хочу испытать. Первое, пойдет в этот бой Тангела. Интересный покемон. А следующий у нас, давайте, пойдет Райден. Я не буду сейчас ставить контрпики. Мне это не интересно. Мне интересно найти, кто из них будет скоростной скорострел. Давайте Вильплюм. Я тоже ей еще не играл. Давайте Тауруса поставим, самого сильного у меня на 1390. Следующий пойдет, кого интерес не затестить. Давайте Поливак пойдет на 1347. А, да, не до Куин давайте. И не до Куин, ребята, пойдет. Куин, походу, женского рода, ребята. Женского рода, поехали. А что это за кнопка, ребята? А, включил и выключил. Напишите в комментариях, что вот это вот такое. Вот это я сейчас что включаю и выключаю. Намочить пальчик бы, блин. Так, но скорость есть, ребята. Ребята, скорость есть, Гипно у нас немедленный, действительно неплохо бьет. Так, Тангела мы сейчас будем накапливать. Да. Погнали, коп, к нам. Копы идут, ты чего? Погнали, долбим Гипно, забираем. Ну, может, это его вышка, блин, он ее танкует. Так, забираю Гипно, и я его забрал, ребятки, забрал. Так, следующее, у нас идет Вапорион. Вапориона мы забираем, а твою мать, это что за луч света? Луч света может от того копа, так, левым пальцем играю, правый у меня липкий, от жижи для электронной сигареты. На 95% безопасней. А, неплохо Райден у нас показывает, смотрите, неплохело, неплохо.
неплохело, отличненько. Так, 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 смотрите, в опоре у нас не Руси, конечно же, камешками мы его сейчас закидаем и суператаку смотрим, ребята, что он нам расскажет. Ребята, это как кашулька у экзекутора. Что-то ничего такого. Каменное, такое сильное, в лобелу просто прилетело в опорену. И Райден у нас сейчас показывает мастер-класс. Нет, в опорену его просто наказал. А выплюн, давай, 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 накажи, накажи в опорену. Отлично, смотрите. Вильплюм, а неплохо, кстати, у нас она идет, ребятки, против Драгонайта, твою ж ты же, а вот это да, а не успел, вот это Драгонайт, быстрей, кидаем суператаку, что получится? А что получается? Неплохо получается. Луч света, ребята, луч света на нашей стороне. Будем доджить, доджить. Экран липкий, но ничего страшного. А не получается у меня сделать что-то омега интересное и не попасть вот под его суператаку. Я не вижу, где. И я задоджил, ребята, суператаку Драгонайта. Это дает нам шанс сейчас его просто отделать. И это что было? Это его какая-то секретная атака была или что? Или что, ребятки? Заделали мы Драгонайта, неплохо, я вам скажу. Давайте мы такие экзекутора. Хотел кинуть ему суператаку, но нифига не получилось. Таурас у нас вырывается, кстати, смотрите, а он у нас достаточно быстрый, ребята, быстренький. Отличненько, отличненько, забираем экзекутора, разворачиваюсь я сюда, так, кидаю суператаку на экзекутора. Отличненько, раскидали мы здесь пылище для экзекутора. Экзекутор что-то нервничает, что-то поддается, что-то он не уверен, что сейчас у него что-то получится. Поливак у нас, боксер такой, устарелый немного, но ничего, отличненько. Кидаем, давайте проверим, насколько эффективно против травы его боксерские навыки. Ну вообще для боксера трава не очень такие, ребята, хороша. Вау, 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 смотрите, а ну-ка, ну-ка, давайте попробуем на месте, сколько раз он устарел. Неплохело, ребятки, неплохельчик, неплохо, неплохо, и выходит у нас не до Куин, до Квин, что-то у нас просто от автоатак отлетает экзекутора, и что-то здесь невероятное происходит. Давайте посмотрим суператаку не до Куина. Да, что-то не очень, ребята, весело, не очень весело. Вот здесь Русика, работа, конечно, просто показать, кто здесь попела, кто здесь голубой отец этой планеты. Но экзекутор что у нас? Просто наказал не до Queen, и я луз, я луз. Немножко мы отняли, ребята, заделали сколько покемонов, я не считал. Палец липкий вот от этой жижи, это жесть. И экран тоже, прям вот он не получается, чтобы скользил. Все против нас. Кстати, ребята, о новостях. Маленькая пауза для тех, кто ждет, когда же будет официальный релиз Pokemon Go в России. Захожу я на Twitter Pokemon Go, пишут. Пишут, ребята, они нам то, что уже официальный релиз уже вышел. Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Монголия, ребята, Албания, Босния, Герцеговина, Макао, Македония и Сербия. Ребятки, уже все просто получили официальный релиз, Россия нет. Это типа санкции или что, или они до сих пор боятся там какие-то секретные фи... На самом деле, ребята, я вообще не понимаю, нафига он нужен. А видите эти яички? 40-километровый хитс. И завтра я их буду ухаживать. Если не завтра, то послезавтра. Всем спасибо за лайк. Надо отвыкать от этой фигни. В общем, приятного вам просмотра, аппетита, всего вам самого хорошего. Спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки. Мотивация просто бешеная, вставать и бежать. Видео даже когда дождь, даже когда уже устал после тренировки, уже ночью. И всем большое спасибо, ребята, спасибо за поддержку. С вами был Pocket Go. Чики-пам, ребятки. До завтра.